Ну что ж, дорогие друзья, я возвращаюсь к вам со вторым матчем на сегодня. Всем привет, с кем я сегодня еще не здоровался, кто недавно подключился на трансляцию. Привет, 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 мои дорогие. Ну что ж, плейнги против команды X-Fresh. Да, я обещал атрибутов, но как выяснилось, дорогие друзья, там огромная задержка еще в предыдущем матче команды 3D Games против команды... Главное бы вам-то не соврать. Сейчас, секунду, скажу. Против команды 5 Star. Против 3D Gamers против команды 5 Star. Вот. Там у них задержка была большая. Атрибуты до сих пор ждут своих оппонентов. Там еще матч не сыгран и так далее. В общем, дабы не задерживать всю нашу движуху, дабы не задерживать наши стримчанские, мы с вами посмотрим на X-Fresh против команды Playing. Но это не значит, что атрибутов сегодня не будет. Мы, если успеем к ним, если сейчас Playing тут или X-Fresh, и кто-то быстро разберется со своим оппонентом, если мы к ним успеваем, то мы стримим атрибуты против команды, победившей в матче 3D Gamers против команды 5 Star. И потом стримим с вами также финал. Если не успеваем на атрибутов, если атрибутов не отсекают в полуфинале, то мы смотрим на них в финале. Вот так вот. Ну ладно. Ладно, давайте смотреть. Дожидаемся пятого игрока команды Playing. Парни стартанут на живой раунд. Ну а я предлагаю вам стартануть ставочки. Так, госставки, ютубчик. Украли Макса. Как это? Где? Чё? Меня не слышно? Ребята, ау! Все хорошо? Все хорошо. Ага, да тут у нас хитрый Дима сидел, который на команду X-Fresh глядел. Хорошо. Так, я не понял. Секунду. А, это старая картинка. Ладно. Украли Макса. А вы куда? Вот это ставки сейчас полетели, ребята. Отмашки-то не было. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот, вот теперь, да, вот теперь правильно. Отмашка, ребят, самое главное сначала отмашечка в чате. То, что я там говорю, это никак не помогает нам разделить с вами границы. Открытие ставок и закрытие ставок. То есть, чтобы я потом знал, откуда да куда копировать. Напоминаю, кто пропустил... так сказать, предыдущее напоминание правил, то, что редактирование собственных ставок запрещено. Все ставки я сохраняю себе в личные сообщения, и если вы после матча пишете мне то, что я сделал такую ставку, а я смотрю по своему скрину, а там совершенно другое, за жульничество буду отправлять в баны. Тринадцать-одиннадцать X-Fresh по-любому. Думаешь, с допами будет, Юрий? Ну, не знаю. Не, конечно, здесь, безусловно, нельзя недооценивать какую-либо из команд. То есть, да, здесь делаем ставки, как обычно, на красивую игру. Но, как мы ранее с Германом это обсуждали, то, что команда Playing, она очень сильно отличается от команды Playing, которая играет на люксе, и команды Playing, которая играет абсолютно на других картах. Но, опять же, Playing дошли до финала? Дошли. Сейчас эти парни должны показать себя в деле с лучшей стороны. То есть они же шли не только по люксам.
Будем ждать от них стрельбы. Здесь просто первоклассные стрелки. Все ребята на слуху. Это Skylake, Jeffrey, 110 кг, Polestar. Просто все парни у нас очень-очень опытные. Неоднократно проверены в боях. Но X-Fresh, в принципе, в предыдущем матче также развалили команду Essence, где парни тоже довольно опытные и тоже неоднократно были проверены боем. Так что здесь вот как делать-то ставку? На кого? Я просто сейчас, зная оба эти коллектива, я в смятении. Кто из них возьмет верх? Я даже не могу исключать твою ставку, то, что будут допы, Юр. Не могу этого отрицать. Ну вот, знаешь, где-то внутри меня что-то мне подсказывает, что допов тут не будет. Ну не будет, кто-то из них возьмет верх, а вот кто — это огромный вопрос, поэтому я просто делаю ставку на красивую игру. Все. Больше ничего я от этого матча не жду, только красивые фраги. Так, ладно, я закрываю ставочки, дорогие друзья. Ставки закрыты. Ставки сделаны, ставок больше нет. Ну вот YouTube, вы какие активные, ребята. Контакт, не стыдно вам, а? Не стыдно. Ставки закрыты. А на YouTube, а ну в принципе практически то же самое количество. Так, все. Ставки сделаны, ставок больше нет. Ставки, которые были написаны до моей отмашки, не принимаются. Ставки, которые были написаны после моего сообщения, которое закрывало ставки, также не принимаются. Ну и в соответствии, кто не успел, тот опоздал. Ну что, плейнги, где пятый? Ага, Джеффри пишет, то, что PlayClav выводил в краш парня, все пофиксили, заходит, окей, ждем, ждем этого парня, все супер. Но сейчас первый раунд, как обычно, ножевой, схлестнуться на тиспауне, посмотрим, кто кого, будет ли у нас здесь Миско, или же все-таки один на один, ребята, опять выйдут, интересно. Кюза, ты кто? Кюза он, вот так вот. Этот парень любит ломать кабины своим соперникам. Так, ладно, отвлечемся немного от нашего внутриигрового чата и переключимся на YouTube и ВКонтакт. Не будет допов, пишет Кирилл. Ну, почему ты так думаешь, Кирилл? Вот скажи мне, пожалуйста. Вот смотрите, у нас немного разошлись мнения. Юрий думает то, что допы будут, а Кирилл думает, что допов не будет. Ребят, скажите, пожалуйста, вот почему, Юра, ты думаешь, что будут допы, а ты, Кирилл, скажи, почему ты думаешь, что их не будет. Вот, давай. Так, Вадим пишет, что за игра? Игра Point Blank, дружище, лови ссылку в чат на официальный сайт. Так, ну что, пятый боец команды Playing у нас подлетает, мы с вами прогружаемся на карту Midtown и сейчас пойдет ножевой раунд. Кто кого перестреляет, кто кого перережет, сейчас мы с вами и узнаем. Но сейчас кто выиграет ножевой раунд, затем приоритет в выборе стороны. Ну и кто же ее будет выбирать, мы с вами узнаем совсем-совсем скоро. Playing уже готовы, уселись на борт. X-Fresh'и на подходе. Но здесь, походу, один на один битвы не будет. А не, будет. Поутик ваншотом. Один прогиб, и ты погиб. Поутик, остановись. Что ты делаешь? Давай третьего, ну. Давай, ну что ты. Да ладно. Поутик троих уже зарезал. Четверых. Поутик, эй, серьезно, просто один зарезал всю тиму и при этом не потерял вообще хп. Что?
Ну, слушайте, если Полтик также отыграет против своих оппонентов на огнестрельном девайсе, то будет просто браво. Браво, 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 браво. Так, Краш пишет байсы команды X-Fresh. Ладно, ждем, когда он зайдет. Что-то Юру я не вижу, а Кирилл, ты написал? Кюзана кидает всем. Хорошо, аргумент принимается. Допы инфа, миллион... Ну, не знаю, Макс, не знаю, будут ли допы или нет. Ребят, вот вы делаете сейчас ставки после того, как я написал в чате, что ставки закрыты. Это я сейчас к Ютубу обращаюсь. Ютуб, дорогие друзья, я ваши ставки не засчитаю, поскольку они уже закрыты. Извините, вы не успели. Расим пишет: привет, привет, как твои дела, как у тебя, все хорошо, все супер. Кто за кого, ребят, пишет Дима, вот хороший вопрос. YouTube, контакт, давайте проверим, кто же у нас здесь болельщики команды Plain, кто болельщики команды X-Fresh. А сейчас я быстренько обновлю наши чатики, чтобы они не зависали. И молодость топ-1, пишет Дмитрий, ну не знаю. Я согласен, то, что жесткий парень, но пока что вот именно из всей команды X-Fresh очень выделяется Поутик и Кюза, на мой взгляд. Это просто два бомбардира команды, которые летят вперед и просто ломают все. Там стены бетонные ты делай, что угодно, это просто танки, которые прутся на пролом. Но смогут ли они сейчас отыграть в том же стиле против команды Playing или нет? Посмотрим. Playing в атаке, X-Fresh и в обороне. Куда направится вектор атаки? Пока что непонятно, ребята сидят под тиспауном. От полстара, от Китхаена Фитоняшу и под Джеффри также заходит дэмэдж. Вот давайте посмотрим, как же все-таки парни будут играть. Куда направиться? Но, судя по всему, что их четверо под позициями арки, я так понимаю, плейнги намерены направиться под позиции аплейн там. Да что это за аркада? Ну, как-то первый раунд явно не внушает доверия со стороны команды X-Fresh. Их просто разнесли. Двоих с гранат забрали, одного на поджиме поймали, третьего вообще на аркаде Б-сайта, и вот амфитрейд находит... У нас все-таки своего ласт оппонента в центральном кафе. Это первый раунд за командой Playing. Причем очень-очень легкий. Легче здесь уже просто придумать нельзя. И Playing играют по тому же стилю. Хаешки полетели под позиции курятника. Хаешки полетели на двойку. Ну и в соответствии будем смотреть, куда направится вектор атаки. Смогут ли здесь парни у нас повторить свой предыдущий раунд? Или же все-таки у них будут огромные... Огромнейшие проблемы. Под семерку выход от 110 кг. Но что-то мне подсказывает, что тебя слышали, дружище. Зря ты сюда подошел. Там Кюза играет на страже порядка. Сотни на холсбаре будет принимать заход в винку через семерку. Но, в принципе, там на холпу у нас также молодость подлетает. А вот Джеффри находит минус на Фитоняшу. И ситуация 4 в 3 для команды Playing. Кюза, молодость и Лео остаются фуловыми. Но выход под Б-сайт от 110 кг. У него пока что нету абсолютно никакой информации по Кюзе. А вот Кюза собирает инфу, то что двое игроков команды Playing уже заходят под Б-сайт. Пошла перестрелка. И Кюза очень сильно рискует с своей головой, не нанес пока что летального дэмэджа абсолютно ни по кому. А вот полстар находит Кюзу, есть минус, молодость, моментальный размен. И команда Playing прекрасно понимает то, что здесь уже есть перетяжка под Б-сайт. Надо бы уходить в альфу, но двое игроков команды Playing рыдовые. Молодость тоже крайне не фуловый, 17% здоровья, но он слышит двоих своих оппонентов. Джеффри 110 кг рыдовые, а вот полстар находится в фуловом состоянии сейчас. Так что у молодости могут возникнуть какие-либо проблемы. Заход на широкую у нас имеется. Трое игроков команды Playing занимают все-таки бомбсайт. От молодости минус на полстара. Самый фуловый игрок команды Playing. Есть минус также. Еще один даблкил. Молодость, что ты творишь? Еще и уходит в центральное кафе безнаказанным. Остается один Джеффри. 28% хелсбара и установка фугаса на Б-сайте. Неужели молодость не слышал своего оппонента? Или он слышал, но решил уйти от греха подальше и дождаться своего тиммейта? Смотрим, что парни покажут. Молодость чекает аплейнт, но это далеко не А-сайт. Это бомб-сайт Б. Походу, не было информации у молодости все-таки по третьему игроку команды Плейн, который также находился на Б-сайте. Ну что?
ж, здесь уже Джеффри готовится принимать через мидл своего оппонента. Молодость, заходит дэмэдж, есть минус, отлично. Лео остался один, выход у нас свинки имеется, зачекал Джеффри и будет разводить его сейчас на дефьюз. Джеффри просто обязан сыграть грамотно, Джеффри нет, все-таки он отправляется отдыхать, но таймер истекает, и здесь Лео явно не успеет дефнуть бомбу. Это второй раунд в активе команды Playing. Два раунда подряд парни берут на Метауне в атаке. Но здесь X-Fresh'ам надо срочно проснуться. Уж больно они расслабились после матча команды Essence. Да, я понимаю то, что 10-3, как бы здесь сложно не расслабляться. Но, ребята, это киберспорт. Соперник, каждый индивидуален, к нему надо подходить по-своему. Так что с таким расслабоном играть нельзя. Нельзя, ни в коем случае. Амфитрейд заходит под семерку, в то же время залетает уже летальный дэмэдж по Кьюза. Он отправился отдыхать. Вот стоило мне отметить этого парня, то что да, является бомбардиром, там полтик зажигает. И как уже два раунда подряд, от них просто ни ответа, ни привета. Кьюза сделал один фраг, а вот Поутик по-прежнему ноль. Но сейчас он с крисами закрывает выход под Б-сайт с семерки. И, в принципе, может собрать урожай, но это ротация на апленд. И Скайлейк уже находится под позициями ланга. Смогут ли закрыть все-таки этот выход под апленд или нет, сейчас узнаем. Заходит дэмэдж летальный на Лео. Также отправляется отдыхать Поутик от Амфинтрейта. И здесь остается Фитоняша. Принимает заход под бомбсайт, даблкил в его исполнении, и ситуация 2 в 2 на карте, но в это же время просаживается бомбсайт Б. Здесь Амфитрейд уже закрывается и устанавливает фугас. Полстар полез на рожон, за это поплатился своей головой. Есть минусы, Амфитрейд остается один, один против двоих, в руках крисы, есть парные по-прежнему, но у молодости имеется информация по своему оппоненту, то что Амфитрейд по-прежнему закрыт в бомбсайте, он вообще никуда отсюда не выходил, и в соответствии Фитоняша будет выходить с префайром. Есть информация через мидл, также ломится молодость. И с двух сторон зажимает, все-таки есть минус. И есть ответный раунд со стороны команды X-Fresh. 2-1 счет на табло. X-Fresh все-таки очнулись после двух-то пощечин. Но ладно то, что так быстро очнулись. Главное, что на табло не было счета там 8-1, да, что-то в этом районе. Но молодцы. Молодцы, ничего не скажешь, но пока что делать выводы рано. Да, 2-1 счет на табло. Да, бойцы команды Playing показывают довольно неплохие результаты в стрельбе. Они могут просто на ура выносить своего соперника. Но X-Fresh'и теперь тоже начинают огрызаться и уже становится интереснее, чем же все-таки это все закончится. Тактическую паузу у нас юзают бойцы команды X-Fresh. Дожидаемся. Ну и в бой. Серега Ерохин пишет: передай мне привет. Привет, Серега! Здорово, как ты? Как твои дела? Так, ну что ж, мы с вами прогружаемся на вторую половину. Ну и будем смотреть... Ой, на вторую половину, да, конечно, все. Перезаход — это уже вторая половина. Мы прогружаемся с вами на первую половину и смотрим за продолжением. Команда Skylake сейчас взяла два раунда. Ответный раунд со стороны команды X-Fresh, но мы опять покидаем игру. Выходим в лобби. Какие-то технические неполадки сейчас у ребят. Но они уже готовы. Ладно. Где Герман? И Германа сегодня со мной не будет. Так. Ну, готовность. Готовность, ребятки. Вот возьмут этот раунд сейчас бойцы команды Playing, или же все-таки X-Fresh выйдут на паритет? Как думаете? Давайте немного с вами поанализируем. Не просто сидим в чате. Я вижу то, что там чат Ютуба летит, я его читать не успеваю. А вот контакт
Как-то засиделись. Засиделись. Ребята, что вы стесняетесь-то? Давайте проведем обсуждение, действительно. А смогут ли бойцы команды Playing забрать сейчас третий раунд или нет? Если да, то почему? Напишите, пожалуйста, мне в комментарии. Но лично я считаю то, что сейчас X-Fresh должны выходить на паритет. Все-таки предыдущий раунд позволил им почувствовать вкус крови соперника. Они поняли все-таки, как играет их оппонент, как нужно передвигаться. Ну и в соответствии сейчас они просто должны задавать жару. От молодости залетает open фраг на Джеффри. Амфитрейд попытался на быстрой ноге сыграть под позициями Б-сайта, и у него это явно не получается. Кьюза дает отпор, забрасывает по нему минимальное количество дамага, но тем не менее это достаточно, чтобы команда Плэнк сейчас не выходила на семерку. Но Амфитрейд и 110 кг рисковые парни продолжают работу именно под эту позицию, а там уже Поутик на зонтах. По Амфитрейду и 110 кг инфы вообще никакой не имеется. Ага, походу спалились. Спалились, да, Кьюза заметил своих оппонентов, есть выход под Поутика, Поутик находит минус, но здесь 110 кг, моментальный размен. А вот с Кьюзой справиться не удалось. Кьюза, ответный фраг, ситуация 4 в 2, и у команды X-Fresh пока что все прекрасно в обороне. Хаешки на лонг, Лео играет на сейве Аплента, давайте за ним посмотрим. В то же время молодость принимает Скайлейка, Полстар остается один, но его хелсбар также моментально истекает. Это все-таки паритет со стороны команды X-Fresh, 2-2 счет на табло. Ну и теперь посмотрим, кто же будет набирать раунды в свою копилку. Бойцы команды Playing берут тройку, или же все-таки это третий раунд в ряд будет со стороны X-Fresh'ов. Пока что это для нас вопрос, но посмотрим. По Скайлейку уже залетает минимальное количество дамага, а здесь хаешки прямо в винку летят. Полстар начинает опен фраг, начинает этот раунд с интерфрага, есть минус, но молодость моментально выходит в размен, и сейчас фитоняша попытается засейвить аплейнт, а там Джеффри потихоньку пытается накалять ситуацию, также нашивается центральное кафе. Джеффри один на лонге на данный момент, двое игроков команды Плейнг пытаются отыграть под центральным, но что-то как-то не получается. И здесь Амфитрейд принимает решение зайти все-таки под позиции Вена Беты, но там коварный Поутик сидит у нас за ширмой, и у Амфитрейда сейчас могут возникнуть огромнейшие проблемы, но Поутик вообще никак на него не реагирует. От Лео минус на Джеффри, ситуация 5 в 3, 5 в 2, уже Лео принимает полстара, есть минус, Скайлейк остается вместе с Амфитрейтом. Но здесь зашел дамаг у нас по Лео и Фитоняши. Можно справляться вполне на данный момент. Здесь парни могут бороться до последнего. Но Амфитрейт пытается выйти на центральное кафе. Скайлейк моментально отключает Лео под аплентом. И Амфитрейт разбирается с Фитоняшей. Ситуация из 4 в 2 превращается 2 в 2. Ну вот Хелсбар крайне неприятен у команды Плейн. Скайлейк остался один от Поутика, минус на Амфитрейта. И по Скайлейку также заходит дамаг с ланга. Но Скайлейк такой агрессии, такой дерзости не прощает. Скайлейк, моментальный разворот, есть минус. И остается один на один против Кьюзы. Забрасывает по нему летальный демаш. И это третий раунд в активе команды Плейнг. 3-2 счет на табло. X-Fresh почувствовали все-таки уверенность в себе. Смогли выйти на паритет, но сейчас Плейнги переигрывают их просто по стрельбе. Команда Плейнг вывозит. Ну и мы отправляемся с вами в лобби. Ну что ж, один раунд преимущества вновь за Плейнгами. Смогут ли X-Fresh и сейчас выйти на паритет, тоже огромный вопрос. Но мне кажется, задаваться этим вопросом из раунда в раунд, это уже как бы неправильно. Просто сейчас Плейнги, мне кажется, вот двое игроков, это Скайлейк и Амфитрейд, забросили нереальный буст по морали своей команде. Все-таки парни довольно амбициозные. Они радуются вообще всему. Мы все с вами слышали вообще, как ранее команда Респект поддерживала своих ребят фрагами. Там просто один в три остался. Одного убил Крик. Воу! Второго убил еще громче. И третьего там просто стекла вылетали. Но, тем не менее, не знаю, как это проходит у команды Плейн. Хотя ребята должны иметь одни и те же традиции. Ну ладно. Смотрим, что сейчас будет. Снайпер команды 110 кг у команды Плейнг. Ну, не знаю, не знаю. 110 кг справится или нет, но пока что это неплохо. Минус на Лео. Молодцом.
Но и 110 кг может, в принципе, испортить сейчас настроение команде X-Fresh, но я думаю, X-Fresh сейчас должны прекрасно понимать, как им нужно двигаться против снайпера команды Playing. По амфитрейту залетает летальный дэмэдж, моментально разменивают Лео. Полстар по-прежнему отыгрывает на тиспауне, а Джеффри есть выпад под фитоняшу, но явно этот выход ему не понравился. Не увенчался он удачей, молодость остается один под аплейнтом, выход от Джеффри, 69% на хелсбаре. Но и здесь Джеффри полетел на два ствола, за это получил по голове, 110 кг, снайпер команды пытается прикрывать своих тиммейтов, но есть минус на Скайлейка, 110 кг, не смог найти разменов, но ситуация 2 в 2 на данный момент. Поутик поймал по себе огромную кучу дэмэджа, 36 хп у него остается, и он один против двоих. 110 кг по хелсбару явно не проседает, и он может услышать сейчас Поутика, а может и даже увидеть. Ой-о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 й! Фаззум не заходит, но все-таки есть минус. Не смог Поутик сейчас запушить своего оппонента. Ну и Полстар остается один под позициями Б-сайта. К нему подбежал уже 110 кг, но в принципе Полстар сам справляется с Кюзой. Перехвалил, я явно перехвалил этого парня. Сейчас я его просто не чувствую, явно не бомбардир. Он просто пытается что-то сделать, пытается забросить дамага, но этой агрессии, как ранее, я от него не наблюдаю. У него просто не получается так отыграть против команды Playing. Но действительно, парни показывают то, что уровни совершенно разные, что у Playing, что у команды Essence. Но я все равно настаиваю на том, что Essence сегодня крайне не повезло. Они могут лучше, но давайте не будем более поднимать эту тему. От амфитрейтов залетает... От амфитрейтов залетает у нас информация по Б-сайту. У него есть информация, то, что как минимум двое играют на кавере Бетты. Но все же по нему заходит дэмэдж. И не знаю, как он с таким хелсбаром будет отыгрывать в дальнейшем. Да, 44 хп это далеко не приговор. Да, в руках парные крисы, можно делать все, что угодно. Но все же неудобно. То есть тебя могут сбрить буквально за две тычки. На раз-два и все, отправляешься отдыхать. Ну... Посмотрим, Плэнги как-то застопорились вообще у нас в атаке. Выходов вообще ни под какую позицию у нас не наблюдается. Они пытаются забросить дэмэджи, навести где-то шороху, но пока что это получается у Лео. Но моментальный размен на 110 кг на молодость. Есть информация, заходит дамаг по 110 кг и амфитрейд. Скайлейк и Полстар пока что находятся фуловыми, но там Лео играет очень агрессивно под БТРом. Фитоняша также у него на подхвате с двойки. Кюза закрывает Б-сайт, но в это же время снайпер команды Плэнги находит голову Лео в ящах. Есть минус, и Скайлейк остается у нас один под центральным кафе, но принимает решение стянуться сейчас на семерку. И неужели это будет ротация на Б-сайт? Я думаю, Поутик это должен прекрасно понимать, но выхода на Б-плент и не планируется на данный момент. Здесь Амфитрейд и Скайлейк на семерке сидят и просто пытаются, так сказать, байтить на себя. Но здесь уже перестрелка под БТРом А-плента. Полстар попытался выйти, но понял то, что явно там перестрелка может выйти не в его сторону. Поутик, выпад на семерку, находит летальный дэмэдж на амфитрейта. Есть минус, Скайлейк принимает решение отомстить за своего тиммейта. Но там Кюза в плейнту находится, давайте за ним посмотрим, справится он со Скайлейком или нет. Но там Полстар забрасывает инфу, то, что мы зашли на Б-сайт, на А-плейнт. И здесь Поутик идет выжимать тиспаун. Есть все-таки минус, была информация по Скайлейку. И ситуация 2 в 2. Грамотно отыграл Поутик на данный момент. Снайпер команды Playing, 110 кг, закрывает лонг. Есть выход от Поутика. Пытается забросить дамага по нему, но не получается. Кюза в это же время отыгрывает под двойкой. Но я думаю, здесь Полстар должен прикрывать своего тиммейта. По Полстару летит дэмэдж, но он справляется с Кюзой. Остается один Поутик, идет на выбивание. Есть информация по кассе, залетает хедшот. И также падает инфа по Полстару. Есть префайр, есть раунд в активе команды X-Fresh. Ну что ж, все-таки 4-3. Далеко не отпустили X-Fresh и своего оппонента, да и далеко еще не все ими сказано. Но справятся ли они в дальнейшем, пока что остается загадкой, но будем смотреть. Так, ну что ж. Опять префайр на центральное кафе. Там у молодости просто не продохнуть, я не знаю. Из раунда в раунд его там накаляют, постоянно по 2, по 3 ствола его пытаются выбить, но и у молодости явно как-то катка не клеится. Ребят, попробуйте провести рокировку, переставьте этого парня под те же позиции аплента, мне кажется, там он будет более эффективным.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Фитоняше как сейчас повезло. Он постоянно играет на аркаде этих ящей, его постоянно здесь закидывают гранатами, но я думаю, Джеффри должен прекрасно слышать сейчас своего оппонента, и как минимум трое игроков команды Плэнк находятся под аркой, так что у Фитоняши могли возникнуть огромнейшие проблемы. Он это прекрасно понимает и стягивается под аплейн. Хаешки полетели на двойку, Плэнги вновь не торопятся в атаке, отыгрывают довольно спокойно, грамотно, пытаются найти еще какие-то размены, но сейчас-то ситуация 5 в 3, и пора бы атаковать. Но смотрим, выход у нас имеется от Джеффри. Под аплент играет также очень-очень аккуратно, дожидается какой-то хелпы от тиммейтов. Но Поутик все-таки запушил 110 кг, есть информация по центральному кафе. И давайте посмотрим, как он выйдет через двойку. Ой-ой-ой-ой-ой, Скайлейк его не простил за тиммейта. Есть минус, Фитоняша, моментальный размен, ситуация 4 в 3 на данный момент. Фито и Кьюза остаются вдвоем, Скайлейк, Амфитрейт и Полстар сейчас попытаются что-либо сделать у нас, но здесь очень играет агрессивно Кьюза. За это, естественно, его заставили поплатиться своей головой, но Фито остался еще в живых, 61% в руках у Ашки, так что можно разбирать. Найдет минус на полстара и амфитрейтом, можно бороться со Скайлейком. Но опять же огромный вопрос, сколько хелсбаров он потеряет при этой перестрелке с амфитрейтом и полстаром, ну ладно. Полстар 43% хелсбара, также по Фитоняше заходит дамаг, и выход через мидл, но это далеко не самое лучшее решение было, которое он мог принять, но здесь, конечно, его закрывают из зонтов и самого бомбсайта, и все-таки пятый раунд в активе команды Плэнк уже имеется, 5-3 счет на табло, остается последний раунд первой половины, ну и в чужую копилку он отправится, сейчас мы с вами посмотрим. Плэнки в 2 раунда преимущества отходят от своих оппонентов. Если сейчас будет троечка, то на смене сторон команде X-Rash будет возвращаться очень тяжело. Я не говорю то, что они не смогут этого сделать, но я думаю то, что плейнги должны будут построить свою оборону таким образом, что у команды X-Rash должны возникать огромные проблемы. Но этот раунд начинается с опенфрага от Кьюзы. Минус на 110 кг, амфитрейд испытывает свою судьбу. Просто испытывает свою судьбу под позициями Б-сайта. Есть минус на Поутика и моментально стягивается. Почему молодость не вышел на размен? Почему так продал тиммейта? Ай-яй-яй-яй-яй. Джеффри, Амфитрейт и Полстар втроем у команды Плэнк против четверых игроков команды X-Fresh. Зашел дэмэдж по Кьюзе и по Лео. Кьюза играет очень агрессивно сейчас в центральном кафе, и Полстар находит по нему летальный дэмэдж. Лео принимает Джеффри, есть хедшот. Молодость по-прежнему отыгрывает под позициями Б-сайта. У него есть информация на амфитрейта, и амфитрейт вновь будет испытывать судьбу свою под этой точкой. Молодость, молодость, здравствуйте, есть минус. И полстара остался один, но это в любом случае уже будет четвертый раунд для команды X-Fresh. Но опять же, будет вопросом, как они будут играть сейчас на смене сторон. Смогут ли они подобрать верную тактику для атаки? Смогут ли они справиться со своим соперником? Много вопросов просто к этому матчу. Но 5-4 первая половина. Молодцы. Молодцы, ничего не скажешь. Уже немного сложнее выходит для X-Fresh'ов. Ну и сейчас, если они делают все грамотно, есть и шансы на взятие просто оставшихся раундов в свой актив. Ну а если команда Plank выстраивает свою оборону титановой стеной, то тут даже не знаю, как ломиться. Так, подлетает. Забыл. Видео офнул. Ну ладно, ничего, ничего страшного. Со всеми бывает. Ну, Амиран, я бы не сказал то, что как только появилась кимпа, стало изи. Да, спорный вопрос, очень. Сергей пишет, Чейф, Плейн, Квин, проверяй. Кьюзе, привет, хорошо. Сане, Хоумейду и Ярику Львану привет передай. Саня, Ярик, привет вам! Привет вам от Сереги.
Так, отлично. Готов у нас пятый игрок команды Playing. Ну и в бой. Поехали. Алексей Авдеенко, сколько лет занимаешься комментированием? Ну, года три уже. Третий год-то точно пошел. А что? Что такое? Так, ну что, готовы наши команды? Я потом прочекаю чатик. Алексей, напиши мне ответ на мой вопрос. Ну и мы с вами врываемся на вторую половину. 5-4 закончил... А, не, не врываемся. Забудьте, что я сказал. Опять в лобби отправляемся. Ладно. Давайте сами выйдем. 5-4 была закончена первая половина в пользу команды Playing. Краш у команды Playing. Ну, ладно, будем ждать. 10-1, 5 Star проиграли. Что? Да ладно, как они могли так слить? Это ж вообще уму непостижимо. Ну, ребят, ну так нельзя. Надо было дождаться, наверное, пацанов, раз там такая изичка была. Ну, я вообще таких ставок не делал. 5 Star, 10-1 слить. Ну там же... Ну, ребят. Там же жестко. Там же вешалка, ну... Лукас. Кто там у нас еще есть? Линк. Все пацаны там. Коллапс. Я не знаю, как они умудрились. Ну ладно, мы этот момент с вами еще обсудим в аналитике. Ну а пока что бойцы команды X-Fresh в атаке, а Плейнги в обороне. Фитоняша принимает решение агрессивной игры под позициями Аплента. И как-то в одну секунду пол тима команды X-Fresh растворяется просто на хаешках. От 110 кг маскил залетает. Ну и молодость остался один. Такой, ну, пацаны, да вы прикольно придумали. Мне нравится ваша затея. Молодцы. Сидит просто в углу в центральном кафе, не знает, что делать. Но сейчас отправился уже на Б-сайт. Откид Хаену, я думаю, здесь полстар должен был прекрасно слышать своего оппонента. И амфитрейд пойдет через ЦК, но у молодости крайне мало здесь вариантов. Если по полстару сейчас лепит пачку, все идеально. Но по ходу дела не лепит. По ходу дела нет. Ты молодость, живучий. Живучий парняга, однако. Есть выход у нас все-таки на позиции винки. А там амфитрейд должен закрывать ЦК. Да, именно так и происходит. Ну и все-таки это шестой раунд в активе команды Playing. Миссия успешна. Но я думаю, только один раунд так выдался на изи сейчас на смене сторон для Плейнгов. Команда X-Fresh просто обязана чекать прокиды. Обязана чекать прокиды, я говорю. Хаешки летят просто на цикада со всех сторон. Сколько их там? Просто сотни этих гранат заходит. Есть минус опять от 110 кг. Фитоняша моментально размен. Кьюза также поддерживает свою команду фрагом на 110 кг. Джеффри даблкил находит. И Фитоняша есть минус на амфитрейта. Ситуация 2 в 2. По Джеффри зашел демедж ровно так же, как по Фитоняше и по Кьюзе. Но у Джеффри немного сложнее с хелсбаром. А здесь его будет принимать Фитоняша. Нету, нету инфы, тут, ну ладно, Кьюзам все-таки забрасывает дамаг по своему оппоненту, полстар остался один, ну что ж, полстар, пора бы потащить, но в плейнту находится соперник, Кьюза спалился, ой, как не вовремя, да ладно, еще и, вы что делаете? И чё? Ну ладно, хорошо, уговорили, Фитоняша справился, ну а если бы он не слышал, или... Что маловероятно, окей, не дали бы ему инфу, то, что она в закрытую там стоит, что бы было тогда? Были бы огромные проблемы, я более чем уверен, что Фитоняша покрыл бы там просто в ТС-ке всех матом. Ну ладно, есть отыгранный раунд со стороны команды X-Fresh, и в соответствии сейчас парни потихоньку вновь наступают на пятки своему оппоненту. Один раунд до паритета, смогут ли реализовать его прямо сейчас X-Fresh, или же все-таки вновь подарят два раунда преимущества своему
оппоненту. В этот раз хаешек я что-то не заметил на позиции центрального кафе, приберегли. Но хаешки полетели на семерку. Кстати, под семеркой у нас находятся четверо игроков команды X-Fresh, и хаешки летят на все позиции. Джеффри на сейве! Ну а Джеффри взлетает только опен фраг на поутика и фитоняша моментальный размен. Смотрим за полстаром, что он будет здесь вытворять. Полстара мне дайте, вот он наш красавчик. Есть минус, и амфитрейд уже на подхвате. Залетает фраг на Лео, Кьюза находит минус на Скайлейка. Кьюза увольняет еще полстара, но здесь 110 кг с уашками на миду. И молодость остался один, 13% здоровья у этого парня. Там еще живой амфитрейд и 110 кг прыгает, брат. Ну иди, иди сюда. Иди сюда, сейчас поговорим, но по 110 кг летит префайр, и сейчас явно не лучшая ситуация у молодости, когда он встретился с дуалами в упоре. А, его амфитрейс ЦК закрыл, прошу прощения, ребят, я не заметил, я думал все-таки здесь дожал 110 кг со своих дуалов, но нет, и это все-таки седьмой раунд в активе команды Playing, 7-5 счет на табло, и преимущество двух раундов за ними вновь. Ну, отыграются или нет? Так, ну что? Что здесь у нас? Очень-очень аккуратная атака сейчас от X-Fresh'ов. Она прям чересчур аккуратна. Они до последнего сидят. Если мы вспомним команду Playing, как они играли в атаке. Они, да, я согласен, то, что они тоже сидели, но они не просто так сидели. Постоянно залетали какие-то префайры, прокиды. Ну, тут 110 кг опять на аркаде, но эта аркада не увенчалась удачей. Фитоняша отправляет своего оппонента отдыхать. Есть информация на лонг, и здесь амфитрейд играет на сейв. 50% здоровья у этого парня, но... Здесь принимает решение бойцы команды X-Fresh все-таки стянуться со своей позиции. Ну ладно. Хорошо. У-ху-ху-ху. А вот сейчас оплейнт просел, и полстару придется попотеть изрядно. Изрядно придется попотеть этому парню. Фитоняша. 46% здоровья. Есть информация. Но там полстар. Там полстар должен с префайром выходить, а там еще и молодость на ланге. Ай-яй-яй-яй, какая неприятная ситуация. У этого парня есть выход, но и здесь со всех сторон закрыли. Окей, залетает все-таки шестой раунд со стороны команды X-Fresh. 7-6 счет на табло. Давайте чекну, что у нас там по чатику. Комментированием я занимаюсь около 3 лет, но... Почему вы решили то, что полтора года, ребят? Я, начиная с РК, считайте, там год, и уже вот второй год пошел. Я сказал то, что третий год пошел, и второй год арены. Так что, ребята, не надо тут дезинформировать человека. Все правильно я ему сказал. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Окей, ну что ж, пока что X-Fresh'и вновь сидят, но то, что они сидели в предыдущем раунде, в принципе, это принесло им свои дивиденды. Но здесь от Лео и Кьюзы залетают опенфраги, есть минус на Скайлейка, ой-ой-ой-ой, это неприятно было. Это было неприятно сейчас, но я думаю, бойцы команды Playing не должны сейчас как-то расслабляться. X-Fresh'и возьмут себя в руки, это уже видно, то, что они уже готовы добирать паритет на табло. Но справятся или нет, сейчас посмотрим. Сейчас мы все про вас узнаем. Хаешки на лонг, но здесь уже просто X-Fresh'и потратили тонну этих хаешек. Они ожидают постоянно какого-то поджима, но этого поджима все нет и нет. От Кьюзы залетает минус все-таки наш Джеффри. Выход под позиции Б-сайта. Есть минус от полстара. Полстар, даблкил будет или нет? Нет, все-таки не будет. От полтика есть минус. Полтик даблкил. Амфитрейд остается один. Один против четверых. Вот это у парня засада сейчас. 66% здоровья. Есть информация по полтику в бомб-сайте. Но там еще и Лео просто нашивает. ЦК, 4 хп остается у амфитрейта, и по ходу дела это все-таки паритет, дорогие друзья. Да, есть минус от Поутика, но и в соответствии 7-й раунд в активе команды X-Fresh, 7-7, счет на табло.
Дождались X-Fresh и все-таки проснулись и пошли вперед. Я думаю, плейнгам нужно срочно менять свою ситуацию в обороне. Надо провести рокировку, переставить игроков. Я бы Скайлейка на укреп Б-сайта поставил. Уж больно часто X-Fresh и пытается его прожимать. Ну, посмотрим. Может быть, даже стоит 110 кг в руки дать снайперский девайс, чтобы он выстегивал своих оппонентов на ланге. Но, тем не менее, в принципе, он и с УАшками отыгрывает неплохо. 5-4, да, идет в плюсе, но плюс 1. Не знаю, со снайперкой, мне кажется, у него было бы лучше в ЦК или на ланге. Там постоянно толпа X-Fresh'ов носится. Повыстегивал бы, порыбачил, но окей. Ну сколько сидеть-то можно? Ну вот Лео досиделся. Амфитрейд его наказал, Кьюза, в принципе, нашел размен, но... Уж больно засиделись парни. Опять Б-сайт? Серьезно? Тут уже Джеффри на халпе, если что, Скайлейк готов. Да, полетели раскиды. Я думаю, бойцы команды Playing должны это прекрасно понимать. И сейчас Джеффри должен устроить канонаду. Но не шуми ты, не шуми. Сейчас зайдет по тебе дамаг, ты обрадуешься потом. Нет, все-таки ушли с позиции семерки. А здесь на ланге 110 кг. Здравствуйте, вы меня не ждали, а я вернулся. Даблкил в его исполнении. От Кьюза есть размен. Скайлейк минус и Полтик в ЦК выходит на полстара. Скайлейк играет очень агрессивно на двойке, но в принципе хелсбар ему позволяет это делать. И Джеффри пойдет, скорее всего, через КТ-спаун или будет дожидаться на широкой, а он остается на широкой под Б-плейнтом. Сюда идет Полтик. И Джеффри все-таки принимает своего оппонента. Есть информация, будет дэмэдж, да, дэмэдж будет и просто на мизере оставляет хп. 4%. Скайлейку надо только попасть по своему оппоненту, но если он не попадет по Скайлейку раньше. И здесь 4 хп остается. Но Скайлейк, повезло тебе сейчас крайне. И Скайлейк зарабатывает все-таки 8-й раунд в актив своей команды. Преимущество 1 раунда вновь за командой Playing. Больно потная катка. Уж очень парни потеют сейчас. Но, естественно, выход-то в финал уже. В финале там парней будут ждать, мне кажется, уже команда Attributes. Вот Амфитрейта, есть минус, ну и выбывает у нас куда-то игрок команды X-Fresh, будем его дожидаться, будем надеяться, то, что он вернется, ну и как-то встряли немного у нас X-Fresh и вообще опять под респой, ну скорее всего просто играют на тайм, ждут своего тиммейта, хаешки на зонты пошли, да, Лео возвращается, отлично. Но здесь как-то плейнги не лезут на рожон, X-Fresh'и сидят. Ну, давайте посидим, ну, подождем. Хорошо. Чейф, красава, че они меня обманывают, негодяи, да не говори. Ух, они такие. Так, ну что ж, Кьюза, давай. Семерочку фрагов наколотил. Пошел, пошел в дело. Я ж тебя не просто так бомбардиром-то прозвал, дружище. Вот он минус. Вот это тот Кьюза. Вот и этого парня я люблю. Молодцом. Может, ведь когда хочет, но тем не менее не всегда у него это получается. Ну что ж, смотрим за дальнейшим развитием событий. Поутик у нас врывается уже под позиции бомбсайта. Поутик, а у тебя как обстоят дела со своей скиллухой? Окей. 110 кг вырубает его первым делом. От Кьюза есть минус. Кьюза даблкил в этом раунде. От Витаняши залетает также хедшот на полстара. И Скайлейк и Джеффри остаются вдвоем против троих игроков команды X-Fresh. Установка фугаса уже имеется. Но и здесь надо играть на выбивание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот Скайлейк немного подпортил настроение молодости. Да и в принципе команде X-Fresh. И... Что вы делаете? Зачем? Зачем вы это делаете? Вы можете мне объяснить? Фейспалм. Бомба деактивирована. Охо-хо, ну это приплыли, что это все. Девятый раунд у команды Playing. Что сейчас буду делать X-Fresh? Буквально одно неверное движение, и они в пролете. И чувствуется то, что команда находится сейчас в напряжении.
А когда вы в напряге, когда вы нервничаете, все, пацаны, вообще никто не лажает, вы и лажаете, мы это с вами обсуждали еще в предыдущей катке. Зачем надо было перебегать постоянно куда-то, вы узнали, что Skylake в ЦК сидит, он уже одного из вас вырубил, зачем было выходить на эти перестрелки? Неужели Skylake за столько времени еще и никто не изучил? Этот парень всегда ловил головы. У него хороший АИМ, просто прекрасное видение карты и чтение соперника, ребят. Но так нельзя недооценивать. Просто сыграть на тайм предыдущий раунд, ну это было просто очень обидно для команды X-Fresh. Ну ладно, давайте, парни, решайте вопрос. Я думаю, провели сейчас какой-то небольшой тим-толк, сидя на респе, подумали, что им нужно делать. Но куда вы денетесь от Полстара? Куда вы денетесь от Джеффри? Они играют уже на сейве Б-сайта, и вообще никакой халбы сюда не забрасывается. Ой-ой-ой, там еще и молодость ловит дамаг. Чувствую, этот раунд может стать последним для команды X-Fresh. Да, возможно, я тороплюсь с выводами, но тем не менее, пока что по хелсбару и численности игроков у команды X-Fresh огромные проблемы. Джеффри! Джеффри! Спина, ребят. Спина. Все просто. Дождался, пока вы спину чекать не будете, вышел и всем подзатыльников надавал. Ну... Последние раунды со стороны команды X-Fresh были просто ужаснейшими. Но они старались. Они старались, этого отрицать нельзя, они большие молодцы. Да, где-то нафейлили, но с кем не бывает. Все мы люди, всем нам свойственно ошибаться. Так что не будем долго здесь обсуждать что-либо. X-Fresh могли тащить, но за счет своих вот этих ошибок, каких-то макромоментов, они просели, и плейнги просто грамотно на этих просадках сыграли. 10-7 за командой Playing. Ну и давайте подводить итоги по нашим ставкам. Та-та-ра-та-ти-та. Что у нас там? Кто на плейнга ставил? 10-7, 10-7. Ютубчик. 10-7 на ютубе. На команду Playing поставил оргазм TDM. Пиши мне в личные сообщения, прикладывай скриншот твоей учетной записи ютуба. А ВКонтакте, ВКонтакте. Сейчас посмотрим. 10-7. Вот чуть-чуть не дошел на плейнгов. Амиран ставил, немного не угадал. Так, я так понимаю, это уже следующий... Да, это следующий матч подкатился, отлично. Обожаю, когда у нас все так, без задержек. Десять восемь X-Fresh, не угадали, ребят, чуть-чуть совсем. 10-7 на команду Playing. Первым у нас ВКонтакте поставил Тимур Спай. Тимур, пиши мне в личные сообщения, получай свой приз. Ну, а я отправляюсь на третий матч на сегодня. Там парни сейчас подготовятся, зайдут от рабочего стола. И как только они будут готовы, мы сразу же врываемся в бой. У вас есть время сгонять на кухню, налить себе чай, кофе, набрать просто тонны вкуснятины всякой, печенье, бутерброды. Все тащить это к компу и наблюдать за нашим красивым поинт-бланком. Не скучайте, дорогие друзья, я скоро к вам вернусь.